Добрый день. Или что там у вас сейчас? Короче, подумал мы тут. У меня канал называется Винегрет. Ну, по крайней мере, на дату снятия этого ролика. Почему бы и не поснимать рецепты, или как я готовлю мои рецепты винегрета. Сначала я сделаю самый простой рецепт, потом буду другие. Не обязательно, что уже готовые рецепты буду брать. Да, там самый необычный. Делать рецепт не где-то вообще самое простое блюдо, но оно довольно полезное. К тому сейчас на полярная ночь. Нехватка витаминов и прочее. Тут капуста квашеная. Там очень много что можно класть туда. Свекла. Я просто люблю свеклу, поэтому свеклы там будет много. Но нам не очень много витаминов. Поэтому, мне кажется, каждый должен есть ее в Великом посту. Ой, сейчас рождественский пост, полярная ночь, да, да. Обязательно есть свеклу. Вот. Ну, я-то сам прям ночь приношу легко, потому что много двигаюсь, периодически там закаливаюсь, на лыжах хожу, поэтому я не ощущаю никакой прям ночи. Для меня это как, не знаю, такие вялые ходят, не выспатые, мне все равно. Я не понимаю. Поэтому я не знаю, что такое прям ночь. Вот. Ну, это самый-самый простой будет рецепт. Как мне там в предыдущих видео писали, что сколько того, столько того, все делается на глаз. Я буду преимущественно класть больше свеклы и капусты. Картошки, мне кажется, слишком много, но ничего страшного. Картошка не самый такой полезный продукт. Вот, допустим, горох я добавлять не буду. Я буду добавлять его потом, порции. Потому что один ребенок у меня не любит горох. Еще я забыл салатный лук. Салатный лук я туда добавлю. Так как дети особо лук не едят, а вот он, да, придаст много витаминов винегрету. И он не особо будет заметен. Плюс он красный. Ладно, приступим. Свеклу я сварил. Потом надо ее в холодную воду. И шкурка уже сама снимается. Не надо ее чистить, как картошку. Просто раз. И под краном она спокойно снимется, порежется. Все. Вот так тут все ингредиенты для классической винегрета. Ну, некоторые считают, что вместо капусты лучше, да, жить огурцы. Ну, не знаю, такое. Мне, кстати, капусту я квасил неделю назад. Все очень ароматное и вкусное. Соли как раз в меру. Все, сейчас я порежу. Свеклы я, как я говорил, положил больше. Потому что я свеклу люблю и считаю, что в винегрете главная свекла. А все остальное уже строится на базе свеклы. То, что добавляем. Я еще буду делать винегреты, допустим, с улитками. Ну, так планирую. С мидиями и такие, и так далее. Потому что это винегрет, это основа. Это то, что здесь у меня лежит, это основа для винегрета. А там уже можно фантазировать. Вот лук. Главное, чтобы дети не заметили, что там лук есть. Они, в принципе... Ну, правда, после того, как они лук поедят, от них пахнет, наверное, луком. Это не лук ели. Ну, и, кстати, еще укроп. Укроп тоже надо обязательно давать детям. Нехватка витаминов. Я сейчас быстренько порежу, перемешаю. Режу я как, ну, довольно крупно. Таким образом. Не знаю, видно там или нет. Сейчас мы в магазин пойдем. Я обещал, поэтому я быстренько сейчас винегрет закидаю, залью маслом, и мы пойдем, как он будет настаиваться. Так, ладно, я уже выключаю. В принципе, я готовлю довольно часто. У меня даже дети бывают, кто ходит, спросит: папа, испеки нам пиццу или сосиску в тесте. Ну, приходится. Не покупайте, кстати. Мне кажется, тогда сам делаешь, конечно, не профессионал. Мне кажется, получается довольно, ну, лучше, чем. Вот, ну, я все обычно режу крупно. Ну, что бы то ни было. Нет, на мой вкус. Допустим, когда борщ варю, я туда тоже картошку, я чуть не пополам. Крупная получается. Зато хрустит.
Я имею в виду не картошка, а вот, допустим, огурцы, если порезать туда, они будут не мятые такие, а хрустящие. Но вот этот самый простой и мой самый любимый рецепт. Я обычно так редко, когда меняю что-нибудь, там можно и фасоль добавлять, огурцы, селедка, кстати. Новый год, может, селедки сделаю, не знаю. Не именно не селедка под шубой, а винегрет селедка. Такое бывает. Так, практически все закинул туда, кастрюлю. Кастрюлю поменял уже, побольше. Думал, у меня реально будет меньше винегрета получится. Ну, ну ладно, пускай такая кастрюля. Так, укропа я отрезаю вот эти вот жесткие штуки и отдаю их улиткам. Так что у меня тут ничего не пропадет. Аромат такой сразу. Запах укропа. И лука. Ну, лука я много не буду. Может, как кружочков. Все. И вот его я буду мелко. Включат остальных ингредиентов. Лук надо резать мелко, чтобы детям не пекло во рту. Такой салатный лук. Я обычно на ужин ем. Не только такой. Но салатный он как-то более сочный, что ли. Не знаю. Так его пошинкую. Не знаю, там видно, нет. Скорее всего, мои руки скрывают. Камера мне так стоит. Под сердцевину можно было и убрать. Не знаю. Сам по себе он все... Горечь уйдет. Можно было, конечно, его обмакнуть кипятком. Кстати, да, что-то я забыл, как я все время делал. Сейчас ем кипяточек. Горечь уйдет. Хотя, сейчас посмотрю, пробую. Да где там никакой горечь? Как быть-то лучше? Ладно, не, я его лучше все-таки... Будут есть дети, я сейчас его кипяток обмочу, потому что, да, реально, дети могут, дети. Так вот я просто его обдам кипятком, солью, пока там, и салат добавлю. Вода. Добавлю соли. Соли чуть-чуть, буквально вот. Неудачно как-то ее на капусту, но ладно. Все перемешается. Сейчас я ее перемешаю. Сначала все, что было единой массой. Вы смотрите, и самое то, что но не все красное. Отдельно капусту видно, видно картошку. Так, все ингредиенты заброшены. Попробовал на соль. Надо еще подсолить. Вот так вот. Немножко засолил. Сейчас я опять перемешаю. Потому что я пробую на вкус иногда. Уже не для себя делаю. Для меня можно и малосольное делать. Так. Все. Теперь. Ну, некоторые... Кстати, насчет заправки маслом. Некоторые не заправляют. Типа для того, чтобы она прокиснет быстро. Но тут не такой объем, если... И я думаю, что дня на два нам хватит вот салата. На четверых, я думаю, что смысла нет его частями делать. Поэтому я заправлю сразу. Ну и где-то через полчаса я буду ужинать. У меня перловая каша приготовилась. Так.
Я бы не сказал, что она моя любимая, но просто, да, хочется разнообразия. Так. Ну, в принципе, вот смысл сам понятен, как это все делается. Это только основа. Вместо, как я уже говорил, вместо капусты можно добавлять огурцы и добавлять все, что угодно. Это как оливье, только постное. Потому что у меня винегрет там ассоциируется как с постным блюдом. Не как оливье там, это не постное. Вообще обалденно. Все. Салат готов. Всего тут хватает. Соли в меру. На ложку. Соли в меру. Отлично. Кстати, лук попался. Вообще не горчит. Я его кубком испарил. Через такое ситечко его пропустил. Воду слил. Все, всем приятного аппетита. Рекомендую класть лук побольше. Там много витаминов полезно. И в винегрете особо лука и незаметно. Вот, допустим, вот лук попался. Да? Все отлично. Скоро будет следующий рецепт. Винегрета. Ну, смотря сколько будет просмотров. Ну, это ролика. Если хотя бы 50 просмотров будет, то будет следующий рецепт. Может, даже необычный.